Урок ведет губернатор. В день Конституции Станислав Воскресенский посетил 33-й лицей и встретился со старшеклассниками, чтобы рассказать им о государстве, правах и главном документе страны. Встреча получилась неформальной. Глава региона поделился своими воспоминаниями о 1993 году, когда и была принята Конституция. Когда я был школьником, на моих глазах так разворачивались те самые события, которые предшествовали принятию основного нашего закона. Позвольте, я вам о них немножко расскажу. И сегодня я вам расскажу такую версию, которую вы вряд ли узнаете из учебников. И Станислав Воскресенский рассказал о Совете депутатов, о политическом кризисе Ельцина и о своей тогда еще детской реакции на те важнейшие в истории России события. А затем абсолютно на равных поделился со школьниками планами на развитие региона. Рассказал об итогах встречи в правительстве с руководством РЖД, о грядущих шагах по восстановлению бренда «Текстильный регион». У нас не просто есть шанс удержать позицию, но по-прежнему большая часть текстильной продукции она отсюда, в России. В любом случае, но есть шанс переосмыслить и понять, какую нишу мы в целом занимаем. Конечно, работать на экспорт. Это очень важно. Десятиклассники и сами могли задать вопрос губернатору без цензуры и сразу же получить ответы без купюр. И еще я столкнулась с такой проблемой. У нас класс все-таки экономико-математический, и многие ребята задумываются о том, чтобы впоследствии поступать на юридические факультеты, на экономические. А сейчас у нас не только в Ивановской области, но и в России часто люди сталкиваются с ситуацией с тем, что количество бюджетных мест, оно с каждым годом сокращается. И в 2015 году, например, в ИФГУ закрыли полностью психологический факультет, юридический, и поэтому нужно нашим ребятам сотрудничать с такими организациями, как, например, АНХИКС. Вы просите обратить внимание просто на соотношение бюджетных и небюджетных мест. Я думаю, что это не только экономисты и юристы касается. Я обязательно посмотрю, что у нас там творится. Поинтересовались ребята и как в будущем стать частью команды губернатора, какими качествами должен обладать чиновник, чтобы преуспеть на государственной службе. Станислав Воскресенский отметил, что лично он делает ставку на совестливых и порядочных людей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.